Кто говном вымазал ручки, блядь? Чё ты хихикаешь, блядь, и лицо свое отводишь, а? Может, ты обосрал? Может, ты подсказал, что как-то можно было взять и помазать говном ручки, чтоб Казимир... Вместо того, чтобы учить вас уму-разуму, блядь, он должен, сука, ручку открывать, говно, как это, мыть руки нервным, хватать пистолет и через, сука, только волыну вас тянуть к занятиям, к свету, к разуму, блядь. Ну, к широкому миру, так сказать, познания и самосовершенствования.